В городском зоопарке появился новый обитатель. Сегодня туда привезли кенгуру, ему дали имя Зефирка. Австралийское животное уже начало осваиваться на уральской земле. Подробнее в сюжете. Этот испуганный зверек провел в пути более часа. Животное принюхивается, осматривается вокруг и начинает знакомиться с новым домом. Прогулка по уральской траве для обитателя Австралии первая. До этого малыша содержали в крытом вольере. Сегодня в городском мини-зоопарке появился новый обитатель – кенгуру Бинетта. Особи этого вида небольшие по размеру, вырастают до 85 сантиметров. Сумчатое привезли из Екатеринбурга. Имя питомцу выбрали первоуральцы – Зефирка. Со слов работников зоопарка, животное неприхотливо. Утром у нас будет стандартно это кормление, поение животного, а также уборка у него в вольере. И общий внешний вид будем наблюдать за ним, как он себя будет вести и чувствовать. Рацион ежедневный будет составлять. Это геркулес в сухом виде, овощи, фрукты, сено и веточки. Появление необычной гостьи в Первоуральске ждали почти целый год. Обустраивали вольер, изучали потребности и условия содержания таких животных. Как говорят в зоопарке, кенгуру не боится прогулок по снегу и не мерзнет, даже при температуре минус 10. Но в городском зоопарке для Зефирки построили теплый вольер. Ее жилище мы хотим раскрасить в стиле достопримечательности Австралии. А в этом месте, рядышком с домиком, мы отсыпем речным песком, ну, практически создавая либо пустыню, либо берег океана. Поскольку Зефирка в вольере одна, карантин ей не требуется. Горожане уже могут познакомиться с новым обитателем зоопарка. Попала вот на кенгуру. Удачно. Не знала, что его привезут. С дочерью придем, тоже покажу и кенгуру. В планах у администрации парка приобрести для Зефирки пару. А пока сотрудники мини-зоопарка будут внимательно следить за состоянием кенгуру и набираться опыта в обращении с ним. Елена Пряхина, Анастасия Сафарова, Андрей Волков. Новости. Первоуральск.